Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 75 лет, но до сих пор земля хранит себе страшные свидетельства того времени. В минувшие выходные в Славянском районе было обнаружено сразу два боевых снаряда времен войны. Подробности в следующем материале выпуска. В пятницу при проведении сельскохозяйственных работ около молочно-товарной фермы номер 8 хутора Прикубанского Анастасиевского сельского поселения был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. После проведения идентификации им оказалась фугасная авиационная бомба ФАБ-50. Во время Великой Отечественной войны данные боеприпасы применялись авиацией для поражения живой силы и фортификационных сооружений. Все виды боеприпасов времен Великой Отечественной войны опасны. Данная бомба со взрывателем, в ней только отсутствует хвостовой стабилизатор. Корпус не разрушен, взрыватель на месте. Поэтому боеприпас очень опасен. Найденная бомба советского производства. Возможно, ее транспортировали к аэродрому, который во время войны находился в районе оптового рынка. А возможно, она была сброшена во время воздушных боев при освобождении Славянского района. Чтобы обезвредить опасную находку, приехала группа разминирования из Ростова. Пока минеры работали, поступило сообщение о находке еще одного снаряда на берегу обмелевшей протоки. Там нашли немецкую противопехотную мину. Ее и авиационную бомбу вывезли в лесополосу в районе хутора Ханьков и взорвали. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».